Дорогие друзья, доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим самый вкусный заварной крем. От него просто невозможно оторваться. Вкусный и ароматный. У нас уже есть заварка. Я не знаю, почему это работает, но видите, она какая у меня. Я ее завариваю на ночь. Она когда выстаивается, крем получается более пышный и красивый. Здесь у меня... ...150 грамм молока, 150 грамм сахара, 75 грамм муки, 5 грамм крахмала, 3 желтка. Теперь в дежу я загрузила 100 грамм сливочного масла, 15 грамм ванильного сахара. Теперь мы начинаем это все взбивать. Так, не начинаем, потому что у нас еще не включена машина. Хорошо набиваем наше масло. Видите, вот это мало, оно сегодня разматывает. И понемножку начинаем добавлять нашу заварку. Я тогда пока отключусь, так как одной рукой не очень удобно. И взбиваем до пышной массы. Ну, попробуем. Это самый вкусный заварной крем. Самое главное запомнить, что здесь у нас есть 5 ингредиентов. Молоко, сахар, желтки, мука и крахмал. Все. Это очень вкусно. Плохо. Это крем, который